выбила мысль из себя сейчас, просто из седла. Я осознал, что на соревнованиях я кому-то давал компрессор, я не помню, мне его вернули или нет. Вообще не помню. И меня просто эта мысль теперь работать не дает. Она мне не дает покоя. Сейчас я пойду машину открывать, смотреть. Ну, в принципе, правильно обеспокоился. Нет у меня компрессора в машине. Никто мне его не вернул. Блин, я расстроился, если честно. Как-то у меня вера в людей опять пошатнулась в очередной раз. Меня на площадке доставали с наушниками просто все. Просили все подряд, всем давал. В итоге самому за малым чуть-чуть было. Я без них не заехал. Вот. Ну как можно компрессор не вернуть? Я не знаю, у меня в голове не укладывается. Я не могу теперь работать, все. Кто ты, чувак? Верни компрессор. Сейчас пойду стримить. А что делать? У меня все, я расстроен, я не могу работать.